Форум будет проходить 2 апреля с 10 до 16. Участники форума получат сертификаты участников. Форум будет проводиться в партнерстве Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля с фундацией ЦАСК. Это польская фундация, которая имеет большой опыт работы с программами Европейской комиссии, такие как «Горизонт 2020» и «Erasmus+». Своими знаниями они готовы поделиться с нами. «Горизонт 2020» – это самая большая программа Европейской комиссии. Это финансовый инструмент с бюджетом 80 миллиардов евро. И Украина в 2015 году стала ассоциированным членом этой программы, что дает возможность нашим партнерам, представителям Украины, быть полноценными партнерами и участниками этой программы. Erasmus+ – это один из элементов программы «Горизонт», и он дает возможность институтам высшего образования участвовать в этих финансовых инструментах «Горизонта 2020». Очень много говорят о возможностях для высшего образования. Многие учебные заведения уже опробовали эти возможности. В частности, в нашем университете имени Альфреда Нобеля мы ведем несколько эразмусовских программ. Но совершенно никто не говорит о таких возможностях для средней школы. Они есть. Это те же программы мобильности, то есть школьники могут ездить в Европу со знакомительными визитами, учителя могут получать стажировку в странах Евросоюза, а также есть партнерские программы между средними учебными заведениями Украины и стран Евросоюза. И, конечно же, эти возможности мы готовы анонсировать на нашем форуме, который пройдет 2 апреля, и будем очень рады поделиться этой информацией.